В Симферополе прошел конкурс на лучший цветник, и уже определены победители. Саженцами можжевельника, липы, айвы, калины, жасмина и гибискуса симферопольцы украсили придомовые территории. Высадка зеленых насаждений проводится при поддержке администрации Симферополя. В этом году победителями конкурса «Лучший цветник» стали 5 общественных самоуправлений. Черномор, Лидер, Аленушка, Орхидея, 51-й армии, которые были определены компетентным жюри.